Всем большой привет, меня зовут Лера, и сегодня я вам расскажу и покажу, как я делаю контурирование лица с помощью цветных корректоров с сайта AliExpress. Так что, если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной и не переключайтесь. Сразу предупрежу, что у меня собака, щенок, очень-очень энергичный, очень резвый, поэтому если будут какие-то звуки, то не обращайте на них внимания, потому что я никак не смогу сковать действия своего щенка, и он будет играться, он будет шуметь, так что извиняйте. Для начала, чтобы тональные средства, чтобы корректор очень хорошо ложился, я нанесу Baby Skin от Maybelline. Это будет как подложка под макияж. Как я уже говорила, что этим средством я не особо довольна, что оно могло бы работать и лучше. Но, в принципе, оно неплохо увлажняет, подготавливает кожу к макияжу. Особенно к такому слою, который у нас будет сегодня. У него такая силиконовая структура, в принципе, приятная. И потом тональная основа ложится как по маслу. Так получилось, что две тональные основы я выбрала неправильно по оттенку, но я их совмещаю, и они получаются отличным тандемом. Получается именно тот оттенок, который мне нужен. Первая тональная основа от L'Oréal. 24 матовое покрытие у меня в 10-м фарфор оттенке. И второй от Maybelline. Вот такой вот. Ой, оттенки 17 розово-бежевый. Они исключительно для очень жирной кожи, либо очень увлажненной кожи. Как я сделала до этого, я очистила свое лицо. Потом я нанесла супер увлажняющую маску, которую оставила на 15 минут. И затем, естественно, это все смыла и увлажнила лицо питательным кремом. А также я использовала Baby Skin, который отлично тоже увлажняет и подготавливает вашу кожу. И таким образом шелушений моих не будет видно. Но если у вас какая-то комбинированная кожа, есть какие-то шелушения, либо она у вас сухая, то эти тональные основы не подойдут однозначно. Я уже смешала этих основы и буду использовать вот такую плоскую синтетическую кисть и покрывать все лицо. Эта кисть дает очень такое легкое покрытие, если у вас есть какие-то покраснения, есть какие-то недостатки, то вы не перекроете этой кистью. Я выровняю цвет лица, и сейчас я буду приступать к контурированию с помощью палетки с сайта AliExpress. Для этого нам понадобится сама палетка. У меня палетка состоит из цветных корректоров, не только телесные корректоры, но и цветные, которые будут замазывать синячки, покраснения и так далее. И также здесь присутствует хайлайтер, это вот этот самый первый и самый светлый оттенок. Делать коррекцию я буду с помощью вот такого бьюти-блендера и с помощью заостренной плотной кисти. Они у меня все предварительно увлажненные. Этим бьюти-блендером я буду наносить, а кисти уже буду распределять и растушевывать. Так, для начала, я думаю, нам нужно использовать вот этот розовый корректор, и использовать его нужно под глаза, чтобы устранить синячки под глазами и темные круги. Набираем с помощью бьюти-блендера, достаточно сложно набирается, они какие-то очень плотные. Думаю, с помощью пальца было бы намного легче. И наносим на темные наши круги под глаза. У меня как будто синяк какой-то, фингал под глазом. Я нанесла совсем чуть-чуть, если вот видно. Вот такая вот я красотка. А дальше мы будем использовать зелено-мятный оттенок. И мы будем его использовать на какие-то покраснения, воспаления. И это делать я буду точно пальцем. Набрала я на палец. И сейчас буду замазывать свои покраснения. Точечно. Сейчас мы переходим к самому контурированию лица. Будем делать скулы, мы будем делать овал и будем контурировать наш носик. С помощью уже более темных оттенков, более таких вот шоколадных оттенков.
И я буду использовать именно вот этот. Сейчас я уже буду использовать Beauty Blender и буду наносить вот такой шоколадный оттенок под скулы. Сделаю вот так рыбку. Дальше мы будем прорисовывать наш лоб такими вот небольшими штришками и контур, чтобы и здесь была у нас тень и никакого лишнего подбородка. Главное делать все быстро, чтобы эти корректоры не засохли и потом мы не смогли их растушевать. Пальцем я буду контурировать сейчас нос. Я проведу вот такие две полосочки. Которые мы потом обязательно растушуем. Вот что у нас получилось на данный момент. Какая-то маска папуасов, если честно. Мне напоминает Африку, какие-то иероглифы. Вот такой у нас сейчас нерастушеванный эффект. И мы сейчас будем все с помощью вот этой кисти растушевывать. В этом деле главное хорошо-хорошо тщательно растушевать, чтобы не было никаких пятен, чтобы не было никаких проплешин, а чтобы была небольшая тень. Мы будем растушевывать Beauty Blender. После того, как мы хорошо растушевали розовый оттенок у нас под глазами, мы возьмем сейчас вот такой вот желтый оттенок, он у нас идет второй, и тоже нанесем под глаза. Тоже я делаю все это пальцами. Наносим под глаза. Вот что у нас получилось, а конечный результат я вам покажу прямо сейчас. Эй, drop that shit.